Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о графике в моде Open Computers. Мне уже довольно часто стали приходить вопросы о том, как можно загрузить собственные обои на рабочий стол, как можно, в принципе, нарисовать любую картиночку на экране, ну и так далее. А вообще, раньше у нас это делалось лютыми обходными путями. У нас любая картинка загружалась в встроенную программку Photoshop, дальше она там конвертировалась какими-то совершенно безумными методами, и потом уже как-то рисовалась на экране. Меня это все задолбало, и я решил накоить нормальную программу, которая переводит любое реальное изображение в наш Open Computerский формат. Ну, как вы, наверное, знаете, что здесь у Open Computers есть у каждого пикселя три параметра. Первый — цвет фона, второй — цвет текста, ну и третий — сам, собственно, символ, то есть текст на экране. Вот так вот он отображается. И давайте откроем эту программку и, собственно, я вам покажу, как с ней работать. Так, открываем. Вот так вот она выглядит. Она кросс-платформе, работает на любых операционных системах и так далее. Нажимаем «Файл», «Открыть». У нас здесь уже на рабочем столе заготовлены несколько различных картиночек. Давайте откроем вот такую вот девушку симпатичную. С помощью мышки мы можем перемещать ее по экрану. И наша основная цель, чтобы вот эта картиночка вместилась полностью в выделенную красным такой рамочкой область. С помощью ползунка масштаб мы можем изменять ее, соответственно, размер и как-то вот так вот масштабировать. Так, давайте ее поместим на экран. Вот так вот ее сделаем. Можно сделать покрупнее даже, чтобы было лицо более ясно выделено. Собственно, все. Нажимаем «Файл», «Экспортировать ход цифров» и сохраняем ее на рабочий стол с каким-то названием. Допустим, там devka.pic. Сохранили. Замечательно. Давайте откроем еще какую-нибудь картиночку другую. Например, вот такую вот землю с метеоритами из Mass Effect. Сделаем ее масштаб поменьше. Вот так вот, немножечко покрупнее теперь. И как-то так. Нажимаем «Файл», «Экспорт». Сохраняем earth.pic. Сохраняем. Замечательно. И теперь наша цель — загрузить вот эти картиночки в формате .pic в наш Open Computers. Ну, поскольку я играю на сервере, поэтому мне нужно их загрузить с помощью интернет-карты на компьютер. Интернет-карта вот у нас находится в компьютере, она обязательно должна быть. И давайте сейчас эти картиночки зальем, скажем, куда-нибудь на, ну, допустим, на мой личный хост. В принципе, нам некого стесняться. Куда-нибудь сюда. Так, это все дело удаляем, которое здесь находилось у нас заранее уже. Копируем наши два новых файла сюда. И, соответственно, открываем на полный экран наш Minecraft. И я вам покажу, как можно скачивать картинки из инета. Значит, пишите команду в get, wget. Ссылка на ваш хост, то есть неважно, где вы, собственно, хостите картиночки, там на каком бесплатном хостинге, где-нибудь еще, там на Яндекс.Диске, неважно. Пишите название, собственно, вашей картинки, допустим, devka.pic. Нажимаете Enter, и ваша картинка загружается с таким же именем. TNX загружается. Довольно, в принципе, долго. И дальше давайте загрузим нашу землю. Earth.pic. earth.pic. Скачиваем. Наши картинки загрузились в хоста. И теперь давайте напишем программу, которая позволяет, собственно, отображать их на экране. Даже для начала можно просто их сразу в операционке открыть, посмотреть, как они будут выглядеть. Запускаем нашу ОС. Открываем проводник. Открываем root-директорию корневую. Нажимаем девка. Установить как обои. Сейчас немножко она подумает. И у нас будет на рабочем столе новая красивая картиночка. Вот такая вот, видите, то есть, в принципе, у нас, по сути, ультра HD наша картинка. И, в принципе, любой игрок, который заходит к вам в дом, способен лицезреть вот такую красивую пикчу. Давайте попробуем поставить нашу землю. Земля.пик, установить как обои. TNX. И она, в принципе, также нормально абсолютно поставится. Вот так вот. То есть, в принципе, таким образом можно создавать любые собственные обои на рабочий стол. Давайте я вам также покажу, как, в принципе, можно с помощью программных средств нарисовать любую картинку у вас на экране. Давайте сделаем разрешение экрана максимальным. Resolution, Resolution 160 на 50 пикселей, чтобы он был таким максимальным. Далее, открываем новую программку, допустим, editdisplay.lua. И напишем несколько команд. Во-первых, подгрузим библиотеку изображений, которая позволяет работать с изображениями. Local image равно require image. Далее, пишем, собственно, команду, которая будет загружать изображение из файла. Local, допустим, local. Сука равно image.load и путь к вашему изображению. Допустим, там devka.pic. Далее, отображаем эту суку на экране. Image. Так, image.draw. Координаты по x и по y, то есть слева верхнего угла будем рисовать вот отсюда, вот 1,1. И передаем сюда, собственно, наш массив изображения сука. Сохраняем. Вводим команду display. И на наша картиночка загружается из этого самого, из файла. Единственное, что у нас пишет, что у нас не хватает памяти, потому что у нас на мой сказ загружена еще куча программ работ. Давайте перезагрузим наш комп, чтобы память освободилась. И снова идем в команду display. Display. И наша картиночка будет рисоваться вот таким вот образом. Гораздо медленнее, к слову, чем в операционной системе, потому что здесь используется другой алгоритм рисования. Но, в принципе, команда работает, и вы способны загружать любые вот такие вот пикчи на ваш комп. Давайте немножко модифицируем нашу программку.
Так, Edit Display Lua. Нажимаем Enter и сделаем так, чтобы она могла загрузить любые картиночки. Введем команду local, не команду, вернее, напишем строку, local args равно ttt. Это фигня, которая получает аргументы при запуске нашей программки из консоли. И дальше здесь пишем image load args 1. То есть мы будем пытаться загружать картинку из первого аргумента. Сейчас покажу, что это значит. Пишем display arth. Так, неправильно. Earthpeak. Вот так вот получается. И наша картиночка загружается из первого аргумента нашей консольной команды. Вот так вот. И загружается красивое у нас изображение прямо в вашем шикарном доме, в вашем особняке где-нибудь, где вы поставите этот комп. Собственно, вот такая программка. У нее есть также дополнительные функции по типу яркости, контрастности и насыщенности. То есть вы можете их там редактировать как угодно. Давайте загрузим еще какую-нибудь пикчу одну последнюю. Выберем вот такую. Это Nocturnal, кто знает, из серии The Elder Scrolls. В принципе, вот так вот она будет нормально вмещаться. И полностью берем ей насыщенность, чтобы она была черно-белой. Контрастность мы поставим вот такую. Яркость можно чуть побольше. Так, экспорт вот if. Такс. Noct.pic. Сохранили. И теперь заливаем эту, собственно, пикчу тоже на хост. Залили. Открываем обратно наш Minecraft. На full screen. Так. Очищаем. Пишем команду в get. Noct.pic. Сейчас загрузится она и снова давайте нарисуем ее. Thanks. Пишем команду display. Noct.pic. И она загружается у нас красиво такая на рабочем столе. Единственное, что она может немножко обрезаться, потому что у вас, возможно, разрешение экрана выставлено неполное. То есть не 160 на 50, а какое-то поменьше. Resolution. 160 на 50. Ну, это, конечно, в принципе, не критично, да, как бы. Так, 160 на 50. Снова пишем Noct.pic. Наша будет картиночка отображаться в полном исходном размере, как она была в нашей программке сгенерирована. То есть, в принципе, такая вот программка. Ссылка на ее скачивание будет в описании. То есть, возможно, кому-то она пригодится. И, надеюсь, с помощью ее вы способны создавать какие-нибудь там, будете красивые там композиции в вашем доме, там, создавать целые там картинные галереи и так далее. Так что всем спасибо за внимание. Пользуйтесь на здоровье. Ну и, к слову, если вы хотите поиграть на хорошем сервере, где есть мод Open Computers, где есть поддержка интернет-карт, где возможность загрузить картиночки и так далее, то заходите на сервер Dreamfinity, ссылочка будет в описании видео. Собственно, за видео, за просмотр всем спасибо. Так что всем удачи, до новых видео, до новых встреч.